Вот, ребята, здравствуйте. В том году заказывал орехи. Кстати, мне сейчас на секунду надо сюда посмотреть. Так. Почему? Иногда приходят сообщения, которые имеют прямое отношение к нашему вебинару. Сейчас. Это не займет, это секунды. Для того, чтобы пожалел. Вот тут. Одно слово спасибо. Ну ладно, за что-то мне сдали, сказали спасибо. Дальше идем. Здравствуйте. В том году заказывал вас орехи. Заметьте, в том году. В конце декабря, прикидывайте, положила в холодильник на сертификацию. В мае посадила, дошли все 5 штук. Осенью 3 из них выкопала, пересадила. Хочу показать корневую систему и высоту 10-литровое ведро. Ну что, нравится? Мне нравится. Корни прекрасно сохранились. Вот он, манжурский орех. Про них отдельный разговор, но я уже про него столько хорошего говорю. Единственное, что с тех пор, как я несколько раз хорошо вел, мне заказали аж 5 косточек. То есть никакой революции не предвидится. Они у нас, да, у нас особый случай. Если уж мы не можем высадить сакуру, она у нас замерзнет. Я имею в виду Южная Сибирь и Север Европы, России, то, конечно, нам такой красоты не ждать. Нашей красоты должно быть то, что у нас есть. Мне единственное, что не нравится, несколько человек, а было еще недавно, гектар, 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 цифра 1 гектар площадь озвучил, не озвучил, а, в общем-то, сделал таким общепризнанные это цифры. 1 гектар – это Владимир Мегре, писатель, который придумал целую серию прекрасных книг, и этим сколыхнул десятки тысяч, если не сотни тысяч людей, которые бросали города, продавали дома, ехали, начинали с нуля в деревнях. Это была волшебная книга под названием «Анастасия». Вот все это было. Что делали люди? Они никогда не умели выращивать деревья. Горожане, чистые 100% горожане. Вот. Просто что-то исколыхнуло. И когда они садили деревья, они все покупали на рынке, у них ничего не получалось. Все это просто-напросто погибало. Если те годы, после первого года, после первой перезимовки, то последние годы они даже не просыпались. Значит, сейчас многие люди так, что только мертвые продают. Стало труднее продавать. У нас доходы все меньше. А продавать надо. И вот тогда уже начали продавать без выхода, начали мертвые продавать. А человек не может в таком виде, он не может отличить живого от мертвого. Вот. И так сложилась система. И тогда, знаете, что начали делать? Нескольких в этих мне так это неприятно было. Человек бодро докладывает. Я пол участка засадил березами и кедрами. Я отвечаю, да ты посмотри сразу, а фотографии присылают. Посмотри за ограду, что там? Кедров мало. А что там? Берез мало. А что ты на березе вырастил? Ты кушать будешь то, что на березе? Вот мне так обидно было получить гектар земли, даже не просто выбить. Потом мучиться с этими плодовыми деревьями, не умея ничего. Если уж оно начало расти, то обязательно угробит. Но это мы еще будем проходить. Но вот это-то, дикорос ведь практически. А я каждый вечер, у меня на кухне стоит этот пень, который я показывал отдельный фильм. Видели? Ставлю орешек, раскалываю его. Ну, чуть-чуть пропадает добра там, раскалывается. То так, то так. Ну, от половинки до целого мякоти мне достается. Каждый день несколько орешков. Теперь это, уже, что я уже сделал, когда первый раскалывал, понял, что оказывается, у них мякоти хватает, и не так трудно его разбить вдоль, не так уж трудно. Потом фотографию сделаю. Вот. И я еще взял, кричу, Лена, соседка, 3 ведра, вот, покупаю. А ко мне падает только каждый пятый. С той стороны забора, в полутора метрах, огромный орех. Каждый пятый, а 4 пятых у нее. Вот, 3 ведра меня ждут. А так как у меня уже заранее моих хватает, чтобы всех обеспечить орехами, просто маленькие,
Я собрал ведра 3 или 4. Вот. И еще вот эти 3 прикупил, это совсем. И вот получается, что хотя бы такие бы. Ведь ореху грецкому даже в средней полосе делать нечего. Он будет развиваться. Вот. Но однажды, когда вдруг подступит под 40, он просто замерзнет. Я проходил, я выписывал в Тольятти, я маньчжурский орех, ой, грецкий орех. Причем как супер морозостойкие. Помните, орехи дьявола раскрутили название? Из Тольятти, из Казани. И еще саженцами привез с Украины. Саженцами. Все померзло сразу. Ну, как сразу? Вот два и нету. Вот. Поэтому, еще раз говорю, если вы взяли гектар, садите хотя бы маньчжурский орех. Он очень лечебный. Может, целый, посадите 20-30, ну, вот целый гектар. Под ним устроите лежанки и говорите людям, что вы будете лечить астму и все прочее. Что вам это самое, далась эта береза, вот красота какая. Сотни берез, сотни этих кедров. Это лучше в случае кедра, это просто сосен. Воздух этого добра. Извините, я вот так выговорился. Но человек бодро отчитался. Из 5 взошли 5. Видите? Вот они красавцы. Вот я и пишу. Вместо сосен, может быть, хотя бы это будет.